Долги самарских управляющих компаний завода превысили 1 миллиард рублей. В числе злостных неплательщиков 10 крупных обслуживающих организаций областного центра. Такие данные приводит Самарские коммунальные системы. Там отмечают, что задолженность растет. Из общей суммы большая часть – это старые неуплаты. Поставщики уже готовы на крайние меры, вплоть до подачи иска о банкротстве организаций.